Всем привет! Сегодня мы отключим обновление Windows 7. Сейчас я вам покажу, как это делается. Заходим в панель управления. Выбираем в категории «Крупные значки». Выбираем «Администрирование». На службу нажимаем двойным щелчком. Пролистываем в самый низ. Нажимаем «Центр обновления». Нажимаем «Отключить». Нажимаем «Остановить». Ждем. Нажимаем «Применить». И все. Легко и просто.